Всем привет, ребята! Вы на канале Денплей, и сегодня мы продолжим играть в игру Бравл Старс, где будем играть на Карле. Я чуть-чуть приболел, ребята, так что извиняюсь, да. Ну, давайте тогда, я хочу сначала идти в осаду. В осаду, так, давай возьмем... Не знаю, давайте все-таки возьмем, мне кажется... Какого-то персонажа можно. Давайте Карла. Давайте пойдем на Карле. На Карле. Ой, я чуть потише сделаю. Тут у меня чуть орет она. Давайте на Карле пойдем. 6 игроков. Надеюсь, что выиграем. Но если проиграем, ничего страшного. Пойдем в одиночное поднимать кубки. Ой, ну тьма не особо такая уж. Кроу это нормально. Но Мортис он будет просто там на рывках собирать. Типа на скорость там. Да. Ой, я слился. Ой, извиняюсь, ребята. Ой, я слился. Я слился. Так, 1-1. 1-1 пока месть. И обратно же у нас проиграли все пацаны. А, ну кроме Мортиса. Давай, Мортис, выбирай, собирай. Хорош, 2. Я ульту должен нафармить. Мне надо ульта. Да, отлично, ульта есть. Но у нас ничья будет, скорее всего. А, не, ничья еще. Ну, сейчас ничья, но, скорее всего, мы проиграем. Мортис, подбирай, кому-то взять надо. Я ультую. Я ультанул, да, я ультанул. Это просто издевательство с этим Карлом в осаде. Я не хочу его брать реально в осаду. Я так для видоса, но мне нравится Карл. Вот мне реально боец этот, но вот как он? Одну тычку все делает. Ну ладно, две там. И что, я один буду, что ли, против робота? А, вы чё? Пацаны, вы реально оглохните. Жесть. Вот это вот жесть месиво настала. Не ожидал. О, еще Мортис. О, вот это вот. Класс. Ребята, вы видите этого пустоголового чувака? Ты реально пустоголов, ребят? Ой, ребят. Пустоголов, пацан. Ты ребятку. Ребятку. Опа, да, я его ультой. Да, я заберу, сейчас пойду на ульте вот так. Не, ну реально, 13%! Вы что, серьезно, ребята? 13%! Мортисом еще, там еще затимиться хотел, вы видали просто? Вот это мне не нравится, вот это. Мортис решил затимиться. Смысл тимиться? Ну, понятно, он хотел, чтобы уже проиграть сразу. У него там, наверное, Мортис просто на 30 кубков, что ему ничего там нету страшного, ничего. Тогда я возьму. Ну, ладно, бери уж. Позволю тебе взять эту штуку. Ой, вот это... Ого, май гаднес. Вот это вот я не ожидал. 5%. Если они сейчас соберут просто робота, то нам хана с первой же... С первого, в общем-то. Ну все, мне хана. Еще интернет лагает. Это вообще вот просто супер игра. Не, отсюда я не хочу идти. Ну все, не играет, понятно. Ну, видите, как сдается. Он просто не создан в этой жизни, чтобы выигрывать. Он просто решил проигрывать, и все. Он даже не старается. Я бы понимаю, чтобы он и шел бы, атаковал бы там. О, проснулся. Наверное, у него там просто... Или интернет деревянный, или же просто что-то у него там, не знаю. Душевные проблемы. Ну все, 10 уровень, это уже похороны. Просто можно уже идти... Ну, я не буду, конечно, я просто хочу, чтобы... Ну, все, да. Даже они не хотят, они им жалко нас, понимаете, как до чего дожились. Им жалко нас, не то что... Не, я не хочу этого Карла, он просто чуть-чуть ненормальный, этот Карл. Очкарик. Не, я его не хочу брать. Я возьму, ребята, пойду-ка я на Пенни, но это тоже проблема. Нет у меня тех персонажей. Ну, мне вообще не... все персонажи нравятся, да, нравятся. Ну, ладно. О, вот это вот, в принципе, собиратель гаек, закидыватель динамита и какой-то ненужный чувачок. Это я, в общем-то, вы понимаете. Ну, собиральщик гаек, закидывальщик динамита и ненужный чувак. По кличке Денплей. Ну, не кличка, а, в общем-то, название. С ником Денплей. Вот так вот. Опа! На, не ожидала?
Не ожидала? Не ожидала? На тебе. Получай. Во, я собираю. Давайте, пацаны, погнали. У нас есть хорошая тима, чтобы выиграть. Вот реально, я вижу эту тиму. Они стараются, пацаны. Они просто хотят играть. А не то, что сдаваться, там что-то такое-то. Ну да, может у них там и есть недочеты какие-то. Ну я их не буду говорить там. Ну ладно, пускай там они. Ну они живут, смотрите, они живучие пацаны, ребята. Давайте. Пацаны, давайте. Пацаны, я пошел фармить, Давай, закидывай. Отлично, ну уже нормально снесли так. Ай, осторожно. Я не буду кидать пока мест. Давай, бро, бул, бери, брок, говорю. Ой, я чуть-чуть охрип. Ладно. Ну, я заболел чуть-чуть, ребята, в общем-то, вот так. Да. Давайте я кину, потому что... Ух ты! Ого! Я аж испугался, ребята. Вот это вот да, конечно. О, ну чё, смотрите, как мы вообще жестко атакуем их. Ну все, мы, в принципе, это победа вроде бы. Это ходячая победа. Ой. Ай, блин, меня убили. Ай, мы все, что ли, погибли? Не. А, да, нам некому добивать. Нам некому добивать, реально. Бери болтик. А, болтика нет уже. В смысле, давайте, пацаны. Пошли. Вот это вот тима, с которой хочется играть, но я уже не смогу, потому что мне надо идти в другой режим. Бул, ты хочешь играть, не? Ну, я не хочу, но он, наверное, ждал, чтобы... Ну, тима такая редкая у нас была. Ну, что с ним можно играть, с нами можно было играть. Так, меня там, чтобы никто не беспокоил, так... Ну да, кстати, прикольная тема, не беспокоить. Никто тебя на видосы там не будет приглашать, чтобы там... Давайте пойдем поиграем за... Динамайка в этот... Ой, в осаду. В эту штольную карту. Ну, вот эту вот карту. Ну и посмотрим, может там, не знаю, выиграем. Ой, потом, может, пойдем еще в осаду, но не знаю. Я не хочу сильно долгий видеоролик. Ой, что-то у меня с интернетом уже. Так. Бул что-то лагает. Бул реально лагает. Все, перестал лагать. Да что это такое? Через каждые секунды. Ага. Вот это я долагался. Ну, у меня лагает. Ну, блин, что делать? Я мы эти пять кубков слили, которые в осаде подняли. Ладно. Ну, я поднял 10, но... Может, тогда слили еще 6. В общем-то, такое ерунда. В общем-то, такая, блин. Ой, что-то вообще не хочется никем играть. Вообще, что-то вообще не хочется Brawl Stars играть. Ладно, не, возьму все-таки Бо и пойду на Бо. Что я давно на нем не играл. Хотя давно на кольте, как правильно, не играл. Так что, может, поиграем на кольте. Пойдем на кольте. Не знаю, скорее всего, на кольте. Кольтяра. Кстати, у меня пассивка на Шелли уже есть и пассивка на Ниту. Две пассивки на 5К, в принципе, нормально. И я снова безбаночный бомж. Вот так вот даже скажу. Безбаночный бомж. Это я. Что мне делать? Банок нету. Тут есть банки? Нету. Тут крыса какая-то. Вот там явно есть крыса. Нету крыс, но чуть пойду. Потому что тут две Шелли. Бьют кусты, проверяют. Ну, в общем-то, 9 бойцов, и это опа. Ну, спэм можно затимиться было бы, если бы она хорошая была. А так, Пэм, ты плохая. Так что иди отсюда, текай. Текай, Пэм. Иди отсюда. Убегай, Пэм. Где ты делась? А, вон она, спалилась. Опа. А, у нее 3 банки, я думала, что она без банок вообще. Я пробегу. Вот и все, пробежал я. Ну, тут уже опасно. Все, мне зажали. Меня как бутерброд зажали. Нет,
Я сам забежал в эту ловушку. Что? И все, и мне хана. Хотя нет, она тоже забоялась. Я-то думал, что Бобби с банок это ничего не способный чувак. Так, ты че там? Я на тебя ульту бы нафармлю. Я закину вон туда эти, чтобы видать, кто там в кустах вообще здесь сводится. Опа, давай ее. Я же тоже тебя как бутерброд, как сэндвич в этой, в булочной. Заверну тебя из... Ома-га-га-га. Оказывается, она сильнее, чем Бом. Ну, понял. Лучник ты. Такой. Конечно, конечно. Так, ладно. Не, давайте с пассивкой Шелли попробуем. Ну, вам показать там. Если вы знаете. Ну, вы знаете, пассивку там замораживает на не знаю сколько секунд. На 3 вроде бы секунды. Но я не знаю, если честно. Звездная Шелли. Опа, привет. Привет. Я отстану от тебя, потому что ты мне не нравишься. Все, погнали. Теперь вверх. И там одна банка. Это как раз для меня на всю игру. Я не хочу с той Шелли биться. Ой, блин. Я могу сейчас чихнуть скоро, ребят, так что готовьтесь. Ай, так, так, у меня в носе, так, знаете, щекотно становится, и... Так, надо не чихать, потому что у меня глаза закрываются, а нет... О, ну го, затемимся, только... А если его закрысить-то, что будет? Не, я просто вот это... Я не знаю, его закрысить, или он меня убьет все-таки? Это будет эпик. Блин, ну, так я же тиммер. Я же такой надежный тиммер. Как бы сказал, что ну, это будет реклама. Да. Я бы сказал. Ну реально, как-то на язык даже она кинулась. Ну, знаете, что спортсмены рекламируются в их видеороликах, скорее всего. Компанию. Ну, поняли, в общем-то. Ну, в общем-то, вы в курсе, мне кажется. Так, 5 бойцов. У меня ульта вообще не нафармлена. Я никого в этом матче не коцал, прикинь. Просто никого. Кстати, а может такой челлендж сделать даже? Что никого не трогай челлендж. Просто ни одной тычки не дал никому. И ты какое место займешь челлендж, понимаешь? Это вот реально, кстати, будет бы... Было бы классно. Проверить бы себя так. Какое место я смогу занять? Вот, кстати, вот. Зачем проверять? Вот. Я уже 3-е место занял. Ни разу ни по кому не попасть. Не попал, точнее, не попасть. А он меня здесь ждет. А нет. Ну, ладно. Я не хочу его бить. Это челлендж. Я пойду за банками. Ну, вы поняли. За банками нет. Меня убил Бул. 11 банок. Понятно, в общем-то. Не, ну, ребят, ну, мы нормально так подняли. Ну, как-то скучная сыграла. Вообще никого не ударил. Но это челлендж был. Хотя, ладно, давайте уберем. Уже никого нету все равно. Я так думаю, может, какой-то, не знаю, создать, что ли, клан, чтобы... Что ли, ну, как бы... Ну, не знаю, ну, для подписчиков, там, для людей каких-то там... Ну, если вы хотите, чтобы я создал клан, то напишите в комментариях или там... Если у вас есть клан, то напишите, там я посмотрю, там может вступлю даже. Я сейчас в моем клане с одноклассниками здесь. Просто все одноклассники мои, кроме и друзья. Ну, в общем-то, тут, да, все одноклассники, ну и друзья, да. Кроме Саня. Саня, я не знаю, кто это, но это левый пацан, который зашел. Ну, в общем-то, понятно, вот так. Так. Ребята, я не знаю, еще играть. Ну, скорее всего, давайте закончим на этом. Поставьте лайкосик свой царский и напишите обязательно комментарий. Ну, а с вами был канал Денплей. Да, всем удачи, ребята, и всем пока.